На площади космонавтов специалисты комбината зеленого хозяйства заменили уличную библиотеку «Бери и читай» на новую. На днях было обнаружено, что действующая там библиотека была испорчена, у нее были вырваны дверцы, а стенки повредились. Виной этому либо ветер, ведь недавно прошел циклон и порывы ветра достигали до 30 метров в секунду, либо это граждане-вандалы постарались. Но факт остается фактом. Саму причину повреждения тяжело сейчас установить. Мы отслеживаем состояние этих уличных библиотек и периодически при необходимости производим их ремонт. В данном конкретном случае было принято решение заменить ее, потому что отремонтировать уже ее не представляется возможным. Поэтому, чтобы горожанам было удобнее ей пользоваться в данном месте, мы поставили новую. Изначально на площади космонавтов летом прошлого года сотрудники вечернего Магадана совместно со специалистами КЗХ была установлена уличная библиотека «Бери, читай». Место было выбрано не случайно. Площадь космонавтов – достаточно проходимое место. Ее облюбовали как родители с детьми, так и некоторые политические движения. Плюс рядом находится серьезное здание, и журналисты думали, что их книжный домик находится под серьезной защитой и чутким присмотром. Но, видимо, ошиблись. Продержалась библиотека в сохранности 1,5 года. Напомним, первую в Магадане уличную библиотеку журналисты вечернего Магадана открыли в 2017 году, тем самым дали старт появлению «Бери, читай». Спустя полгода их инициативу подхватили сотрудники «Карибу». Потом журналисты установили книжные домики в сквере за зданием СВЗ, в автотеке, в сквере Болдырева, в городском парке и на площади космонавтов. Всего в Магадане установлено 6 уличных библиотек, но периодически все эти книжные домики приходят в негодность. По разным причинам. Чаще остальных приходится ремонтировать библиотеки в сквере Болдырева и у ДК «Автотек».